Всем привет! В этом видео будет отзыв о крафт-пакетах MedTest для паровой и воздушной стерилизации с интернет-магазина Naomi24. В пакете содержится 100 штук размером 10 на 20. Эти пакеты имеют метку индикатор. При паровой обработке индикатор меняет цвет на серый, а при обработке в сухожаре на коричневый. После обработки инструмента в крафт-пакетах он сохраняет стерильность в течение 3 недель. На пакетах есть поля для записи содержимого пакета, даты стерилизации и даты и время вскрытия. После того, как инструмент прошел дезинфекцию, промывку под водой, я его просушиваю на полотенце и помещаю в крафт-пакет. Это у меня пушер. Ножнички и фрезы. И запечатываю пакет. Далее при помощи термической обработки при 180 градусах в течение 60 минут инструменты проходят стерилизацию. Сравним два пакета. Слева пакет, который прошел стерилизацию, справа пакет, который не прошел. Как мы видим, индикатор поменял свой цвет с розового на коричневый, что свидетельствует о правильности обработки инструмента. Инструмент я вскрываю непосредственно перед клиентом на сеансе маникюра. Спасибо большое интернет-магазину Naomi24 за крафт-пакеты и отличную цену на них. Буду заказывать еще. Спасибо большое за внимание. Всем пока!